Зима не за горами, а подготовка к отопительному сезону пошла по прошлогоднему сценарию. Оказывается, несмотря на все заявления чиновников о 100% готовности, проблемы в некоторых многоэтажках остались нерешенными. Когда вы за обслугу брали, они приходят, рабочие, за работу дадите, мы заплатим. Полметра вам трубу поменяем, остальное покупать. Ну зачем мне ваш договор такой? А при чем тут? Я знаю, вот телешин Нурлан, да? Он бедный и с Тураном ругался. Он везде придут, он ругается. Почему не делать? Что он может сделать из работы? Вот сейчас у вас ваши, не знаю, подрядчики делают. При чем тут Акимят? Если ваши начальство пришли, посмотри, что во дворе сделают. Помимо критики в адрес технических служб, обязанных следить за исправностью внутридомовых теплосетей, домкому подняли проблему сбора денег. Вентиля не держат. Пришли в прошлом году, Оскар приходил с РК-1. Зашел и вышел. Им написали сумму такую, что ужас называть. Люди выплатили. А вторая половина дома, она не стала платить. Почему? Потому что, говорит, нам ничего не делают. Прокофьев все делают, а нам ничего не делают. И они отказались. Чиновники районных акиматов своей вины в неподготовленности некоторых многоэтажек к отопительному сезону не видят и винят самих жителей. Они в списке домов, которые отказались от заключения договоров. Им надо заключить договор, потом будут проводиться соответствующие работы. После долгих дискуссий в разговор вмешались партийцы. Они потребовали от местной исполнительной власти решить вопросы с проблемными многоэтажками совместно с домкомами в кратчайшие сроки.